сегодня Дерек Кубика, поэтому едем на старт гоночки, старт классический, спринт. Я чуток не успеваю, я забыл контакты, пришлось возвращаться. Там собирается народ с 12 уже, 12.30 старт гонки, сейчас 12.10, постараюсь успеть. И еще Филиппа нужно забрать покра для трека. Вот, день сегодня воскресенье, 5 сентября, солнечно. Ветрено, ветрено. Блин, 10 секунд, успею, интересно. Спринт-старт. Фигово, что не разогрелся, конечно. Блин, светофор. А, все. Он продолжается. Я думал, через набережную надо выворачивать. На Невске. 48-17. Передача такая. Вау. Зеленый. Вау. Такая разминочка перед стартом. Не знаю, как поедется. Полюбаться всех дождутся. А что у меня за вчерашний день произошло? Лобная спица сзади одна. И покра. Порезалась. Но вроде типа как бы с прокладкой нормально. Но обидно. Мучу как могу. Ветер. Thank you.
какой-то странный чел, типа, направо. Невский, там нельзя было поворачивать. Что у нас по времени? 17 минут. Больше 130. Нам туда. 8-й дом. За 10 минут, кстати, долетели. Спасибо. Огонь, огонь. Поздравляю тебя. Спасибо, бро. Днюха. Будешь участвовать? Да. Йоу, круто. Потом скинешь записи с камер. Окей, конечно. Зачем тебе топталки? Топталки? А я катаюсь, типа, иногда на топталках. Там на работе. У них реально есть смысл? Я в обычных кедах на контактах езжу. Да, ну у тебя ноги не это. Не, ну если там лайковые.